На предсезонной тренировке все секреты команда не раскрывает, ведь за каждым игроком зорко следят фото и видеокамеры. Задача максимум для Самары – отстоять титул чемпиона регулярного сезона. Задача минимум – третье место. Цель достижима, ведь в межсезонье Самара подкачала баскетбольные мускулы. 13 матчей, 12 побед. С одной стороны, это очень хорошо, но немножко пугает то, что слишком много побед мы одержали. Было бы неплохо, если бы были бы и неудачные игры, чтобы можно было сделать как бы некие выводы, работу над ошибками. Последний баскетбольный экзамен перед стартом чемпионата страны – Кубок Приматова. Престижный трофей разыграют 4 команды. Кроме Самары, за него сразятся Ижевский Купол – Родники, Рязань – соперник по Суперлиге и Красный Октябрь из Волгограда – участник Еврокубка. Фундамент хороший заложен, сезон, я думаю, пацаны все втянулись, форму набрали. Главное ее не растерять и хорошо начать чемпионат. Перед открытием мемориала Приматова состоится матч всех звезд самарского баскетбола. На паркет выйдут две команды ветеранов в ретро-форме. Именно 80-е под руководством заслуженного тренера Советского Союза Генриха Приматова Куйбышевский клуб пробился в элиту советского баскетбола, а затем и европейского. Такой звездный матч самарцы увидят впервые. Александр Шугаев, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.